Расскажите, пожалуйста, что с вашей дочерью случилось? Я стоял, в ту сторону пошел, я в туалет хотел пойти за дорогу. Я только до туалета дохожу, дочка, хозяйка стояла возле дома. Оттуда такой звук, как будто, короче, здесь что-то взорвалось. И смотрю, машина, короче. Раз один раз села, короче, второй раз до воздуха поднялся, второй раз села, короче, третий раз уже перед домом, где хозяйка, дочка, он туда как ударилась, короче. Скорость огромная была. Скорость очень даже огромная была. Отсюда какой-то секундами, короче, уже там появилась машина. Секундами, короче, исчез перед глазами машина. И тут время я за ним побежал, хозяйка крикнула, дочка говорит, нету. Я за ним пошел, сразу сходу проверил машину. Может, колеса зацепило, короче, его волосы длинные были. Может, короче, под машину попало или что. И эти оба, короче, оттуда выскочили. Я не водитель, короче, кричат. Это оба дела выскочили оттуда, потом хозяйка крикнула, дочка говорит, здесь, перед твоей машиной, говорит. Я уже побежал за дочкой сюда, короче. И тут время, короче, он оказывается оттуда убежали эти. А дочка вот. Где ваша находилась? Дочка, короче, где моя машина стояла, не заходи, короче, перед, да. Перед воротами вашему да, дому? Да, 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 перед воротами. То есть на дороге ее не было? Не было. По дороге не было. Даже мать и дочка вот возле дома, короче, вот это возле столбика стояли они оба. Сколько лет было вашей дочери? 12 лет будет сейчас.